Дамы и господа, мы вам здравствуйте, турик идем. Микрорекламку, ребят, сделаю. Будет в описании ссылка на такси. Кто пользуется такси, Яндекс. Вот это примерно то же самое. Скачайте приложение, в мой промокод введите. Цены поинтереснее. И если работаете в такси, здесь тоже дохода можно больше заработать, чем на Яндекс.Такси. На сегодняшний день, по крайней мере. Ссылка в описании. Так, оборона, оборона. О, туда-сюда, смотрите, в Б-категории даже. Так, вот такой чувак, Хоторн. Ну, тут, если честно, так-то проблемки могут быть. Давай возьмем красного, который диспелит за 9 камней сначала, а потом бьет. Вот этот. Я его даже, наверное, водружу вот сюда. Вот так. И вот так. А за вес этого вообще сехмет можно взять. Как думаете, зайдет? Нет. Эрлангшен. Нет, тут пробивкой. Пробивка тоже пригодится. Все-таки сюда 17, сюда 29. А так, 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 погнали. Ага. Ну как бы вот это по центру сбрасываем, три фиола уйдет. Такое себе, да? Как советую, тоже три фиола уйдет. Как будто бы немножко не то. Давай вот так прокинем. Ну, центр пассивный, будем все-таки бодриться в него. Эх, немножко не там морда организовалась. Первые сложности. Можно взять, короче, четверку. Плюс тройка, да? Ага, этот психанул. Фиолетовых надо много, да? Ни раньше, ни позже, как обычно у нас. Три фиола можно взять, зарядим. Ну, Хоторн сходит, конечно. Печаль, обида. Что-то я сегодня нерешительный какой-то. Ладно, давай. Заберу. Все-таки подхил был бы нам, наверное, интересней. Ладно, буду бить прямо в него. Может, сдиспелит. Ну, не сдиспелилось, да? Ладно, так шмякнем. Заберем 4 фиолетовых камня. Еще 3 пришло. Давай аккуратненько, а? Вот так, оп. Так, тихо, стоять. Подождите. Марьяна, да? Сообразят они на двоих, интересно. Грохнут ли они меня? Ну, давай так прокинем. 1800, 817. 600, подожгли. Так, ну на x2, наверное, схожу. Не зря, по-моему, сходил. Усиление она на себя не наложит. Так, давай так, жмякнем. Так. Ну, может, добьет вот этот хотя бы. Есть добитие. О, фиолетового не хватило, а ну. Красная должна... Эх, тормоз по мане. Помешал ей жизненную ситуацию. О, на x3 даже. Есть контакт, ребят, идем дальше.
Радует уже. Один выигрышный бой уже радует. Я не знаю, взял, ребят, Эмилио. 100 лет парень не играл. Ох, не зайдет он, походу, этот Эмилио. Так, истина, истина, приди где-нибудь рядом, а? Фиолетовый, да? Ну, немножко не то. Немножко не то, немножко не так. Красный кристалл. Ну ладно, давай возьмем. Атака будет срублена у нас. Ладно. Фиолетовый кристалл. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Защита от снятия усилений. Ладно. Ну, надо ходить. Уклонение, да? А у этого что? У этого воскрешение бывает. Тормоз по мане там, да, у нас прописан. Давай вот этому снимем. Ох, опасности. Так, чё, бьет? Бьет одному, ладно. Ладно. Сейчас главное зарядить, успеть и не сдохнуть, так скажем. Эх. Ни хрена он жмякнул, ребят. Ну, походу, не то что-то сделал. Центр, походу, надо было замедлять. Тут в комментариях сейчас напишут, как надо было сделать. Когда ты уже увидел, что произошло, конечно, понятнее, что надо сделать. А когда торопишься, ерунда получается. Не поперло, не зашло. Да давай так же прям. Вот, теперь по-другому пойдет все. О-о-о-о. Давай обоими дуну сразу вот так. Все, полено это снесло. Так, так нажали. Не хватило. Так. Ладно, хоть не диспарит ничего. Живем. Так вот, хилку можно включить. Этого подрубим. Х2, можно ультануть. Х1. Да, не знаю, давайте на Х1 ультанем. Хватило, добили. Да, 90-й слом бы зашел, мне кажется, ему. О, сюда точно так же пойду. Что-то Эмилио, мне кажется, тут затащит в плане защиту поставить. Ну-ка, давай раньше надо центра зарядиться. Он прокидывает замедло, это сильно, конечно, усугубляет ситуацию. И пока что есть... Нет, нету. Да, он на всех это прокидывает барахло. Ты, блин. Фиол. Есть фиол. Давай так сделаем. Тебе не хватило, а. Вот тебе и замедло. Где тут еще бьет? Так, а что у меня? Почему такой урон пролетел? Ладно, не суть. Вот так. Ну, что-то каким-то непонятным макаром, короче, мы здесь. Я думаю, его доделаем сейчас. Так. Нет, мало. Так, китаец.
Сгорай. Нет, не хочет. Так, 10 минут, он еще один бой остался. Ну тут, наверное, Эмилио-то уже не зайдет. Водолза возьмем. Это кто такая? Такие все злобные, если честно, тут соперники. Давай, погнали. Ух ты, опять с камнями как. Ладно, есть вроде... Ну, нет, есть, да, 9 камней. Эти три возьмем. И эти три. Какой-то урон можем пережить. Шесть желтых мы не нашли тут. Ух ты, тычки наваливают. Ну ладно, давай, короче, вот так сделаем. По этим бахнем. Мы будем ловить. Крепиться. Чуть-чуть рамисик обратно раздал. Так. Один камень в пустоту. Наверняка ничего не даст. Немножко миньонов даст, да? Утки не хватило. Так, фиолетовые еще пришли. Желтые подъезжают. Но не убьют ли меня? Так, это просто хилит, что ли? Так. Оп. Еще живой, ребят. Так, держи подачу. Сюда тоже подачу можем дать. Все. Тащим катку, ребят. Так, мне урон нанесу, да? Давай подождем один ход. Во. Так, нажали. Так, нажали, она хилится. Ты... Че, реально скинулась? А ну, проверим. Крест нарисовала. Ё-моё, игра какая идеальная. А, нет, все, это крест вот этот же был, точно. Фу ты, блин, записалась. Ладно, ребят, вам удачи. Пока-пока.